Ну, чё будешь? Глухая, что ли? Шоколадку вон ту. 17 рублей. Чё себе чешет? Заяц классно. Догонит. Давай. Ку-ку. Твой? Ой, спасибо. Даже не заметила. Черт. Застежка сломала. Да ладно. Бегаешь быстро. Не догнал. Да, я такая. Иначе не могу. Часто здесь бываешь? А, нет, нет, нет. Я только переехала. А я часто. Каждый день. О. Забыл представиться. Боря. Привет, Боря. Надя. Рад. Давай завтра побегаем вместе. Так ты же не догонишь. Догоню. Ну, хорошо. Завтра в 4. Давай, в 4:40. В 4:40.
Машина не завелась, пришлось толкать. Я же просила новую машину. Я спрашивал про Бориса. Завтра бегаем вместе вечером. Мне нужны письма из его телефона с одного адреса. Хорошо. А что с ним делать? Скажу, когда получу письма. Мне нужно тебя увидеть. Зачем? Поговорить. Мы уже говорим. Нет. Это очень важно. Приезжай, пожалуйста. Увидимся, когда я решу. Привет. Привет. Готов? Всегда готов, Саш. Это тебе. Слушай, это последние модели, они дорогие, очень мне неудобно. Руку давай. Ну, правда, Боря, мне неудобно. Зато это не потеряешь. Ну, ладно. Спасибо. Побежали? Устал? Как ты держишь такой темп? Пойдем, нельзя останавливаться. Борь, а зачем тебе охранник? Ты меня боишься? Нет. Ну просто жалко, парня бежит за нами все время. Так положено. Я банкир. Ничего себе. Один раз по парку пробежал, с банкира подцепила. Да. И часы новые. Слушай, ну правда, неудобно. Представь, ты чем занимаешься? Я переводчица с немецкого. Ну, так всякое, техническое, в общем, перевожу. Du hast einen Hen? Nein. Мужа у меня нет. Было два, хватит. Я был мужем. А дети есть? Да. Дочь Елизавета. Сколько лет? 14. Вау, 14. Помню себя в 14. Такая безбашенная была. Мне кажется, все женщины безбашенные. Ну, в общем-то, да. Ладно, догоняй, знаток женщин. Лицом к стене. Руки в гору. Руки за спину, вперед. Лицом к стене. Проходим. Порезалась, не видно, одна
носок снять? Нет, нет, не надо, все там не сильно, нормально. Я только чуть порезалась. Чего себе чуть? Я дойду до машины. Все в порядке. Так, сиди. Сиди, еще грязь занесешь. Сбегай в машину. Там аптечка, перебинтовать нужно. Чего ты встал? Беги в машину. Ничего со мной не случится. Потерпи, Надежда. Красиво у тебя, девочка. На тебя похоже. Ты думал, что деньги украдешь, никто не узнает. Сколько тебе денег нужно, а, Борь? Ну, теперь люди там сидят, решают, что с тобой делать. Никакие деньги тебя не спасут. Деньги, они вообще никого не спасают никогда. Лежи спокойно. Ну вот и все. Они так решили. Сейчас не может ответить. Ой, извините, а вы кто? Я? Надя. Очень приятно. А когда папа освободится? Я не знаю. Передайте, что звонила Лиза. Нет, я не смогу. А вы папина подруга? Да, мы познакомились не так давно. Понятно. Это хорошо, а то он у меня все время работает. Теперь все изменится. Спасибо, я поела. Вы кто? Меня зовут Лев. Вот скажи, их было трое. Ружье у тебя двухзарядное. Ты как собиралась троих убить? Я на суде уже все сказала. Про это не сказала. Тренировалась на шинах. На шинах? Да. На свалке их много валяется. Понятно. Не жалеешь, что убила? Нет. Они убили моих родителей. Их оправдали? Ну, а все в городе знают, что они убили. Хороший у вас город. Все все знают. Ты убила сотрудника милиции. Он у них был главный. Понятно. Я бы тоже их убил на твоем месте. Плохих людей должно быть меньше, чем хороших. Жалко, что тебя поймали. Что вам надо? Хочу забрать тебя отсюда. В другую тюрьму? Нет. На свободу. Меня не выпустят, я людей убила. Со мной выпустят. Будешь жить, как нормальная девчонка. И в кино ходить. Друзей найдешь. Ты хочешь, в институт поступишь, семью заведешь. Как тебе такое? Так не бывает. Да,
Просто так ничего не бывает. За это ты будешь делать, что я тебе скажу. Зато на свободе. Все-таки 18 лет тебе дали. Ну что я должна буду делать? Помогать мне с плохими людьми. Должна быть уже дома. Да, скоро поеду. Что случилось? Ничего. Я все сделала. Дочь Бориса дала показания. Сказала, что она разговаривала с какой-то женщиной. Не знаешь, с кем? Знаю. Я тоже знаю. С тобой она говорила, с Надей она говорила. Зато ты пришел. Ты совсем больная? Да, больная. Я так больше не могу, я бы уже все отсидела и вышла. Что? Вышла. Вчера. Мой срок закончился вчера, 18 лет. Я тебе больше ничего не должна. 18 лет? Да. Мы с тобой обо всем договорились в тюрьме. Мы договорились об одном, что ты будешь делать то, что я тебе скажу, и выбора у тебя нет. Посмотри на меня. Я так больше не могу. Я тебе дал свободу. Свободу? Ты вот это все называешь свободой? Да, это. Даже если ты сейчас выстрелишь, для тебя ничего не изменится. И не только для тебя. Ты же знаешь. Прости, прости, прости. Отпусти меня. Машину я тебе починил. Еще раз выкинешь что-нибудь, пожалеешь. Наденька. Привет. Устала? Ужасно. Трясло так, что просто кошмар. Давай. Я фрукты вам привезла. Ну-ка, ну-ка. Ой, я так соскучился, я вижу. Я тоже, малыш, ужасно соскучился. Так ты меня возбуждаешь в этой форме. Я знаю. Вот когда я стану знаменитым музыкантом, найму частный самолет, и ты, женщина, будешь обслуживать только меня. Надеюсь, ты никогда не станешь знаменитым музыкантом. Ты у меня такой капризный. Как и все гениальные музыканты. Что, курила, что ли? Нет. Надька, не можешь врать, не ври. Да я не вру, слушай. Ну, клиент, банкир какой-то, обкурил весь салон. Меня тоже. Олька спит? Спит. А в школу опоздает? Ну и ко второму. Это она сказала тебе? Ты поверил, что ли? Ты приехала? Угу. А ты чего валишься? Вставай, в школу опоздаешь. Мне ко второму уроку. А что ты мне из Бангкока привезла? Звездюлей тайских. Вставай. Ну, мам, ты чего? Люблю тебя. А нет. Я тебя типа тоже. Еще и спать люблю. Вставай, завтрак тебе приготовлю. Как хорошо, что ты приехала. Папа даже макароны нормально сварить не может. Самой уже пора макароны себе варить. И в комнате в своей прибираться. Ну, что это такое? Вставай.
Больно? Немного. Ничего. В Москву приедем, я тебя хорошему врачу покажу. А Лев, это ваше настоящее имя? Нет. А можно я себе свое оставлю? Нет. Ты теперь Надя. Надежда. Надя, Надежда. Черт. Как у вас тут все медленно. Последний раз. Ты теперь будешь делать то, что я скажу. Или ты хочешь остаться здесь? Да, да, я все поняла. Молодец, правильный выбор. Бегаешь плохо. Научим, пошли. Мне нужно исчезнуть. Нужно сделать 3 паспорта. Чтобы встать, надо заплатить. Я автобус жду. Да? Сейчас 32-й подойдет, я под него тебя и брошу. Тетенька, ну простите меня, пожалуйста. Мне просто деньги нужны. Я вообще не такая. Мне только сегодня. Нам с бабушкой надо, найду на дорогу. Да? Шмотки ты где такие взяла? У бабушки? В магазине украла. Что случилось? У нас бабушка была комната в коммуналке. Когда нас расселяли, обещали квартиру дать отдельную. Но бабушка все подписала, а нас просто вышвырнули без жилья, без денег, без всего. У нас в Белокурихе родня живет, мы думали туда поехать. Далеко деньги нужны. Дура твоя бабушка. Когда этот беспредел закончится? Гандоны есть? У меня денег нет. Такая же дура, как твоя бабка. На! Работаешь только сегодня. Поняла меня? Ага. Трудись, Белокуриха. Спасибо большое. Как ты думаешь, мы не очень шумели? Да мы даже не начали шуметь.
какое мне платье завтра надеть тебе на концерт? А можно вот так вот, без платья? Вот нет, так. Без платья нельзя. Нельзя. А, нельзя тогда. Давай в цветочек. Коричневый, что ли? Я его что еще лет не надевала, не влезу, наверное. Надька, слушай, знаешь, что подумал? У меня сейчас альбом новый выходит. Концертов будет куча. Может, наконец сможешь не работать, а? Ну, потому что рано еще об этом говорить. Не рано, самый раз. Надоело мне, что священники богатее меня, а? Летай, сколько можно? Так ревнуешь, что ли? Да нет, конечно. Ты ревнуешь опять? Да не ревнуешь. Вредная работа. Ты ревнуешь, ревнуешь, Миш. Ревнуешь, Миш. Если так, то ревную. Ты ревнуешь. Ревную. Я ревную, я очень ревную. Ой, как я ревную. Эй, нормально так возбудить мужчину и уйти, а? Полезно для своего творчества. Зараза. Доброе утро, малыш. Мам. А я все слышала. Что ты там такое слышала? То, что не должна была услышать. Какой у тебя слух хороший. Прям как у папы. Это не то, что ты подумала. Да, я слушаю. Завтра ты мне нужна. Ты слышишь меня? Да. Завтра в 2 я пришлю всю информацию. Хорошо. На концерт с ним в другой раз сходишь. Откуда ты про концерт знаешь? Мне всегда важно, что у тебя происходит. Я в Инстаграме пост написала. Уже куча людей собирается. Так что, пап, успех обеспечен? Класс. Конечно, обеспечен. За тебя, любимый. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Оль, ты друга-то своего позовешь? Ну, пап. Так, какого еще друга? Как его зовут? Там? Леша, да? Похоже, только я одна не знаю, да? Кто такой Леша? Да, только ты. Папа, он придет. Угу. И кто такой Леша? Чем он занимается? Вот поэтому я не хотела, чтобы ты знала. Чтобы я что знала? С кем моя дочка общается? Да, я хочу знать, с кем ты общаешься. И чем вы занимаетесь? Наденька, ну вот Леша завтра придет, ты у него спросишь, чем они там занимаются. У меня завтра вылет. В смысле? Клиент заказал самолет. Завтра в Сочи лететь. Прости, пожалуйста, мне очень жаль. Ну, естественно, тебе жаль. Оль, прекрати. Надь, какой самолет? Мы же все вместе собирались на концерт пойти. Это моя работа, я не могу отменить. Между прочим, тебе папа песню написал. Хотел сюрприз сделать. Да ты опередила, молодец. Спасибо вам. Вкусно и питательно. Алло. Нелли? Да. Мне тебя очень рекомендовали. Приятно слышать. У тебя есть сегодня время для меня? Во сколько? Приезжай сейчас. Отель Гринвуд, 305 номер. 50 тысяч? Надеюсь, ты того стоишь. Не сомневайся.
Ты хочешь еще? Не, мне хватит. А мне не хватит. Я хочу веселиться. Ты такая классная. Ой. Да. Я очень классная. А что это у тебя на плече? Вот это? Ага. Это я девственности лишилась. В каком-то смысле? Отец узнал, что я с пацанами трахаюсь. Застрелить меня хотел. Он псих был конченый. Особенно, когда выпьет. А потом что было? А потом его посадили. Мать меня из дома выгнала. Но я в Москву уехала. Трахаться за деньги. Так что промазал батя, больше я его не видела. Сдох, наверное, где-то. Да, с тобой интересно. У меня тоже папаша псих. Не такой, конечно, как твой, но я с ним сейчас не общаюсь. Сидит, что ли? Нет, не сидит. Прячется. Прячется? От кого это он прячется? А ты секрет хранить умеешь? О, нет, слушай, не надо мне только ничего рассказывать. Ладно, а то я уйду. Куда ты уйдешь? Я с тобой еще не рассчитался. Ладно. Давай, рассказывай. От кого там твой отец прячется? Сделал пластическую операцию, чтобы его никто не узнал. То есть он теперь так вот ходит, и его никто не узнает? Нет. Здесь сыт ходить. В Хорватии прячется. А почему прячется? Ну, там, крутым людям дорогу перешел, неважно. Слушай, а может быть мне сиськи сделают там, а? Красивые, большие. Mm-hmm. Я очень хочу. И нос тоже хочу. Где эта клиника? В Прижне. Ну, тебе не надо. Мне и так нравится. А мне не нравится. Тем более, что это мой рабочий инструмент. Ой, что-то... Ух, что-то накрыло. Надо выпить. Эй. Эй. Субтитры сделал DimaTorzok.
босиком. Танцевать удобно. Оля, а это кто? Мама моя. Ты у нас Леша такой, да? Да, здравствуйте. Надежда Павловна. О, прекрати. Вита! Я здесь! Будешь с Олей спать, я тебе кончик оборву, щенок озабоченный. Ей 16 еще нет, понял? Мам, перестань поссориться. А вы не волнуйтесь, я подожду. Еще сказал. А ну пойдем выйдем. Я тебя ненавижу. Ты совсем с ума сошла. Леш, пойдем. Ничего взамен. Все хорошо? Отпустить! Миш, когда песня моя будет? Какая песня? Которую ты мне написал. Кровь у тебя! Миш, ты споешь мне еще? Спою, спою, спою. А где Оля? Наденька, что с тобой происходит, а? Ну, я же сказала. Самолеты развернули. Клиент решил понтануться, как Примаков. Я с девчонками во Внуково напилась и приехала к тебе на концерт. А платье-то где взяла? То коричневое, в цветочек дома осталось. Ты же хотел платье, я купила это по дороге. Нравится? Нет. А я нравлюсь. Надис, ну вот такая ты мне не нравишься. Хочется супа, а самые помидоры. А ты мне заплатишь, как шлюхи. Работала. Была с двумя. Неплохо. Как другие шлюхи к тебе отнеслись? Нормально, мы подружились. Я не хочу больше это делать, мне неприятно. Делать что надо? Отдаваться другим мужчинам. Мне было больно. Первый раз всегда больно. Почему не вы со мной это сделали? Это было бы слишком просто. И это ничему тебя не научит. Почему я должна научиться? Ты – это не твое тело. Когда научишься, тебе будет все равно, кому отдаваться. Я уже умею, мне все равно, я не хочу сюда возвращаться. Давай проверишь. Ты что, не можешь? Импотент. Нравится мне под других подкладывать, да? Давай сейчас пойду, снимусь быстро, а ты посмотришь. Сколько денег заработал? Вот. Иди заправь на все 92-го. Доброе утро. Брокколи нет. Суп хотела сварить. А где Оля, в школе? В школе.
Миш, ну прости меня, пожалуйста. Мне очень стыдно. Надь, ты иногда себя очень странно ведешь. Ну как странно? Ну вот так, как будто это уже не ты, а кто-то совсем другой, кого я не знаю. И она мне не нравится. Мне она тоже не нравится. Ты вчера очень обидела Олю. Я обидела Олю? Ты видел, как ее лапал этот Леша? Ну, она сказала, что ты ему угрожала. Да, и он прямо испугался до смерти. Он наглый и ужасно. Ей вообще надо запретить с ним общаться. Ему только одно нужно. Это нормально. Надь, ну это нормально. Если ты будешь к ней лезть, она будет с ним спать назло тебе. Не будет. Конечно, она нос приличная, вся в тебе. Пьяный босиком не танцует и в крови не валяется. Миш, ну правда, мне ужасно стыдно. Но Коле и к этому парню это никакого отношения не имеет. Имеет. Прости. Значит, я нашел хорошего специалиста. Какого еще специалиста? Психолога. Мишка, ну зачем нам психолог? Да затем, Надь, что у тебя проблемы. Я тебя не понимаю. Вчера был перебор. Да, ты прав. Мне очень жаль. Если хочешь, сходим к психологу. Я тебя очень люблю. Я тебя. Ты куда? В магазин схожу за брокколи. Я все узнала. Его отец сделал пластическую операцию в Хорватии, клиника в прежней. Где отец прячется, он не знает. Ты что? Я же просил тебя не приходить сюда. Папа нервничает, когда видит тебя. Папа шьет. Успокойся, никто за мной не следил. Что с паспортами? Если ты хочешь исчезнуть, нужны настоящие паспорта. Это сложно и требует времени.
У меня нет времени. Ну, за срочность будет совсем другая цена. Есть один хороший человек в посольстве Аргентины. Он поможет. Сколько? 600 тысяч долларов за 3 паспорта. У тебя есть такие деньги? Здесь 150. Больше пока нет, но я найду. У тебя что, проблемы? Это не твое дело. Теперь мое. Если тебя начнут искать, они могут прийти сюда. Сюда они придут. Учти, если они придут, мы все расскажем. Я не сомневаюсь. Нигде кофе нормального нет. Ну и помойка. Хорошо, мужики из автосервиса налили. Что ты светишься? Ты же в туалет ходила. Сходила, потом кофе захотела. В чем проблема, подруга? Я тебе не подруга. А что подстриглась? Молодишься? Движение было? Нет. Скучно с тобой. Слушай, я, кстати, вместо ножа молоток взяла. От него крови меньше, по идее. Что думаешь? Замах большой. Нормальный замах. Ножом быстрее. И так быстрее. Ничего, я потренируюсь. Нет. Извините, пожалуйста, я же на монтаж ищу, у меня колесо спустило. Говорят, где-то тут я потерялась. Мои часы? Я убил. Оставь. Теперь с тобой весело, подруга. Пойду другие возьму. Надо попробовать. Будешь? Ну, ладно, я чуть-чуть. От них не убудет. Тут 10 кг. Знаешь, сколько стоит? Убери здесь все. Веселиться вместе, а убирать Люба? Нехуй было молотком махать. Все, кровью тут залила. Зато красиво. Здравствуй, девочка.
я твой психолог, Яков Михайлович. Не бойся. Проходи. Я все уже рассказала, я устала. А я тебе не верю. Расскажи еще раз. Мы танцевали, бесились. Это ж вечеринка. Ты выпила? Нет. Как же ты бесилась. Это же вечеринка. Выпила, напилась. Довольна? С кем ты танцевала? Я не помню. Со всеми. С Олегом Кротовым. Танцевала? Откуда вы его знаете? Знаю. Олег Кротов учится в твоей школе. Наверное, все было так. Ты выпила, танцевала. Очень хотел понравиться Олегу. Хвасталась, что отец взял большие деньги на бизнес, что деньги лежат у вас дома. Говорила? Нет, не говорила. А Олег рассказал своему старшему брату. А брат рассказал друзьям-бандитам. И они пришли к вам в дом. И убили папу с мамой. Но мы с тобой знаем, что папу с мамой убила ты своим поганым языком. И чтобы не испытывать чувство вины, ты решила отомстить, взять и перестрелять их. Но легче тебе не стало. Да, это я убила своих родителей. Я не знала, что он им расскажет. А, да зараза, что течешь опять? Господи, Надя! Ну, напугала. Тут прокладку меняю. Все, не течет больше? Вот теперь не течет. Ой, Мишка, какой-то талантливый. Талантливый сантехник. И сантехник тоже. Ты как слетал-то? Да, нормально. Ничего интересного. А Оля где? В школе. В школе еще? Ну, да. Ладно, съезжу за ней. Зачем? Но она все никак не может меня простить за концерт твой. Кстати, я с психологом договорился. С каким психологом? С тем самым. Мы же решили, Надя. Мишк, ну, слушай, ну, да я вот, исправляешь же уже. Все, я не пью, не курю, я даже тебе кран чинить помогаю. А ты издеваешься, что ли? Ну? Ну, пожалуйста, Мишка, ну я ненавижу это все, эти психологи, это... Так, Надя, ты обещала, и мы идем к психологу. Ах! Как у тебя дела? Зачем ты приехала? Хотела тебя домой отвезти. Мам, у тебя кто-то есть? Что? То платье, в котором ты на концерт пришла, оно кучу денег стоит. Я проверила. Кто тебе его подарил? Я подарила его себе сама. Ты никогда себе дорогие вещи не покупаешь. Слушай, что происходит? Что за допрос такой? Тебе папу не жалко?
Он тебя любит и верит ему, а ты его обманываешь. Я тоже очень люблю папу. Я никогда его не обманываю. Покажи мне чек от платья. Хорошо. Не думала, что ты будешь меня допрашивать. У меня его нет с собой. Так я и знала. Алина Эдуардовна, я пришла к вам только из-за Миши. Угу. Он считает, что у меня серьезные проблемы. А вы так не считаете? Ну, я работаю много. Да, я устаю. У нас дочь подросток. Иногда я срываюсь, что естественно для людей. Недавно вот выпила, пришла на концерт к мужу. Но я не считаю это поводом для того, чтобы обращаться за помощью к вам. Я считаю. Я считаю, потому что дело не только в концерте, Полина Эдуардовна. Вспомни, как ты собаку ударил. Какую собаку? Собака, ну, во дворе подбежала. Ты же так ногой пнула, что она же отлетела. Хозяин потом пришел. Чуть не убила просто. Миш, ну, собак надо держать на поводке. Ну, злиться. Опять злиться. Нет, пожалуйста, я не злюсь. Пожалуйста, я же говорю, Полина Эдуардовна, просто как из рейса придет, сразу злится. Я даже боюсь предположить, что там с ней в самолете делают. Нет, я не злюсь. Ничего там со мной не делают. Ну, да-да-да. Просто обслуживаю зажравшихся пассажиров. Михаил, а вы ревнуете? Естественно, ревную. Я ревную, потому что моя очень красивая девушка работает на частных рейсах. Вокруг много небедных мужчин, тоже красивых. Ну, нет, я понимаю, что она меня не обманывает. Ну да, я ревную. Я ревную, Надя. Как интересно. Но я никогда не летала на частных рейсах. А как вы выбрали эту профессию? Мне было 7 лет, когда мои родители погибли. Они погибли в автокатастрофе. Я гуляла и смотрела на небо, там летали самолеты. Я думала, что мои родители просто улетели. Ну, не знаю, как это объяснить. Я вас очень хорошо понимаю. Моя мама умерла, когда я была маленькой. Меня воспитал отец. Расскажите о своих родителях. Мой папа прекрасно играл на гитаре и устраивал нам концерты с мамой на кухне. У нас была такая большая кухня, маленькая комната. Мама работала в парикмахерской и делала мне часто прически красивые. Вот. Это ваш отец научил вас стрелять? Да. Это стендовая стрельба. Я даже призером была. Это психологический трюк. Пациенты чувствуют себя в безопасности, когда видят меня с ружьем. Как это работает, трюк? Работает. Но не для всех. Вы умеете сама защищаться. Вам этот трюк не нужен.
Михаил, да. Скажите, а что вы сделали, когда, как вы говорите, к вам подбежала собака? Я что сделал? Угу. Что сделали вы? Я как раз пытался Надю защитить, чтобы она на нее не набросилась. То есть хотели пожертвовать собой? Да? Нет, это громкие слова. Просто защитить. Не успел. Не понравилась мне эта Полина. Пристала со своей собакой. Ружье еще какое-то. Надо Олю в следующий раз с собой взять. Ну, Оль, ты зачем? Потому что она решила, что платье, в котором я пришла к тебе на концерт, подарил мне любовник из ее фантазий. Что за бред? Да, бред, конечно. Только мне пришлось чек искать и выписку из банковской карты брать. Ну, чтобы доказать ей, что это я все-таки купила, а не любовник. Слушай, а ты зачем оправдываешься? Она лезет, куда ей не нужно. Слушай, она лезет? Потому что она считает, что ее любимого папу обманывает коварная мама. Ну, мне ведь не нравится этот ее Леша, правильно? А тебе нравится. Вот я во всем и виновата. Ну, мы в кино сходили, потом в кафешке посидели. Я же все запостила. Нет. В кино их уже не целоваться, а смотреть. Это ты у нас озабоченная. Марусь, я перезвоню. Пап, стучаться надо. Это я тебе сейчас настучу. По башке. Чек! И выписка. Что за выписка? Что за выписка? Из банка выписка. О том, что мама сама купила платье. Не просила никакую выписку. Ты мать до слез довела, Оля. Ты понимаешь это? Главное, за кого? Из-за Лёши своего, что ли? Лёша слезинки маминой не стоит. Ты поняла это? Главное, что ты предъявляешь? Ну, выпила мама, пришла ко мне на концерт. Чего такого-то? Посмотри, как я тебя пьяную тащил от Мани в день рождения, помнишь? Ты как свинья аж напилась. На ногах не стояла. Стояла. Угу. Плохо стояла. Ну, прости, пап. Это не у меня прощения проси, а у мамы. Хватит ссориться. Хватит. Если ты помнишь, у нас в семье все друг друга любят и доверяют. Да? Держи. Мам, прости меня, пожалуйста. Я просто разозлилась на тебя. Мне стыдно, что я наговорила тебе всякую чушь. Позови Лёшу к нам в гости. Он же тебе не нравится. А тебе он нравится? Да. Ну вот, пусть попробует, и мне понравится. Это он может. Ладно. Режь перец и тарелки ставь на стол. Ты не говорил, что там будут наркотики. Раньше мы этим не занимались. Не занимались. И потому многое упустили. Скоро начнется война за территории. Мы должны выбрать правильную сторону. И чью сторону ты выбираешь? Тебе сомнения. Говори. Раньше мы таких уродов убивали. Я хочу, чтобы ты мне верил. Как раньше. Ты не веришь? Да. Как наши девочки? Живы. У Нади срок заканчивается 18 лет. Она тебе говорила? 18? Да. Она забыла об этом. Надя не забыла.
над ней ничего не забывать. Кто это? Твоя новая семья. Папа, мама. И перед ними ты ни в чем не виновата. Они погибли в аварии, когда ты была маленькой. Это не моя семья. Твоя. И когда ты это поймешь, тебе станет легко и свободно. Чувство вины уйдет. Но если ты не поверишь в это чувство сведет тебя с ума. И мне надо будет лечить тебя здесь, в этой больнице. Я не смогу забыть свою семью. Сможешь. Память – лучший обманщик. Эти люди причиняют тебе боль. Сожги их. Нет. Я лучше вас сожгу. Я сделаю все, что вы скажете. Пожалуйста, оставьте мне эту фотографию. Невозможно. Фотография будет причинять тебе большую боль. Не будет. Посмотри на своих родителей. Скажи им что-нибудь папе, маме. Простите меня. Почему ты просишь у них прощения? Потому что я их убила. Избавься от этой боли. Я не могу. Можешь. Семья, ты их полюбишь. Парикмахер, папа инженер. Кстати, он отлично играл на гитаре. Вот. Поплачь.
Надь, ты чего? Эй, да ты прекрати сейчас, ты что творишь-то, эй? Надь, ты чего? Все, 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 тихо, тихо, тихо. Я забыла, я понимаю. Ну что, 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 кого забыла? Я забыла, забыла их, я вообще не понимаю, кто эти люди, я не помню ничего. Да кого ты не помнишь? Я вообще ничего не помню, я как и могла, они чужие, я понимаю. Все, 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 тихо, 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 Надь, ты что, ты все помнишь? Ну все, все, тихо, я рядышком, я там. Вообще вставать не хочется. Ну, не вставай. Я сам все сделаю. Может, ты ужин тоже приготовишь? Нет. Сегодня я сама буду готовить. Женишок наш придет. Леша? И ты будешь для него готовить? Ну, а что мне остается? Ну, а мне что для него сделать? Рыбу можешь купить. Ой, мне что-то предложили. Музыку для фильма написать. Да что ты? Это ж классно. А что за фильм? Мелодрама про любовь. Ну, про любовь ты точно знаешь, как написать. У тебя еды вообще, что ли, нет? Ты меня слышишь? Ты чё? Ничего. Ты не дышал, что ли? Нет. Почему? Человеку иногда нужно делать паузу. Ну, ясно. Я там всю кухню помыла. Можно я пойду на улицу, сделаю паузу, подышу? Нет. Тебе твоя комната понравилась? Пусто очень. Привыкай. Я так могла и в тюрьме сидеть. А что это за негры с тобой обнимаются? Это солдаты. А что ты с ними делал? Учил воевать. Ладно, ухожу. Выпусти меня отсюда! Быстро выпусти меня отсюда! Алло! Я с тобой говорю! Ты чё, сука, глухая, что ли? Эй! Выпусти меня! Я ж тебя убью, тварь! Я ж тебя кончу, когда выйду отсюда! Открой! Ты чё? Хватит! Эх! Эх!
Все, 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 хватит! Напился? Хватит, хватит. Успокоился? Да. Да. Где деньги? Какие деньги? Деньги за наркотики где? Я ничего не знаю про деньги. Я просто курьер, мне ничего не говорят. Я отвожу сумки. Я про деньги ничего не знаю. Давай я тебе сам заплачу, а? Выпусти меня отсюда. Ну сколько ты хочешь? 500 тысяч долларов есть? Что? Какие 500 тысяч, мать? Ты что, охренела, что ли? Ты что? Эй, ты что творишь? Выпусти! Хватит! Пожалуйста, выпусти! Мам, а можно Леша будет приходить помогать мне с геометрией? Знаешь, как он геометрию шарит? Можете репетитора нанять? Да не нужен мне репетитор. Леша меня за 2 дня потянет. Давай мы сначала получше узнаем Лешу твоего, а потом решим с геометрией, хорошо? Жаль, что ты на концерте не смогла узнать его получше. Очень вкусная рыба. Спасибо, Леша. А что тебе еще нравится? Ну, кроме рыбы. Ваша Оля. И вы, тетя Надя. Mm. И дядя Миша. Ну, что Оля тебе нравится, мы это поняли уже. Так мы тебе не тетя с дядей. Да. Ну, что, в конце концов, пусть называет как хочет. Дядя, Миша. Очень хорошо. Прекрасно. А чем ты увлекаешься? Я на велике люблю. Хип-хоп читаю. Леш так классно читает. Ты слышишь, Миш? Леш тоже музыкант. Вот не музыка. Это поэзия. Я поэт. Леша, а зачитаем, как можешь? Да? Давай я подыграю. Давайте. Я, конечно, в другом жанре немножко. Ну, ладно. Так. One, two, three, four. Пришел я в гости, подсунули кости. Наблюдаю, вычисляю, в уме размещаю. Секси мама, крутой папа. Посидели, на меня посмотрели. У мамы волосы от ужаса посидели. С кем моя детка? Моя конфетка. Твоя детка в клетке, ей не нужны конфетки. Она хочет опыт. Родительский дневный ропот. Делать запретное, очень секретное. Поиск себя. Положись на меня. Проведу, покажу. Хип-хопом все расскажу. Вау, супер, супер. Ну, если что, в рыбе костей нет. Я все вынула. Это образно. Да, да, да. Я понял, за это сказать. Образ, символ, метафора. Леш, может, пойдем ко мне? Спасибо, Надежда Павловна. На здоровье. Респект. Ну что, Надежда? Что тебе понятно? Ну что тебе понятно? Ну ты слышал? Что это такое? Что это? Он хочет запретное сделать с нашей дочерью. Ты это слышал? Секси мама, это не он хочет, это она хочет. В школу завтра рано вставать. Понял. Мам, ну ты чего? Ну, действительно, уже поздно. И что? Твоя мама права. Уже действительно поздно. Я еще уроки не сделал. Мам, ну можно тогда Леша придет к нам завтра, и мы позанимаемся геометрией? Нет, нельзя. Мам, ты чего? Мы же договорились. Ну-ка. О чем вы там уже без меня договорились? Что Леша придет, и мы позанимаемся геометрией. Ого, интеллект, однако. Спасибо, Алексей. Ну, а ты что, ты против, что ли? Да, я против. Ну, смотри, что у этого нашла в кармане. Это не мое.
Это куртка брата. И это тоже его. Мам, ты что ли рылась в карманах у Лёши? Какая разница? Шутравку, что ли? Я не знаю, это не мое. Мам, это не его куртка, слышишь? Это вообще сейчас не важно. Вон отсюда пошел. Давай, давай. Вон отсюда. Лёш, подожди. Стоять! Давай, давай, иди. А вот интересно, ты мои карманы тоже проверишь? Нет, никогда. Надька, ну нельзя залезать в чужие карманы. Просто нельзя. Это единственное, что тебя волнует, да? Оля связалась с наркоманом. И это нормально. Оля, с каким наркоманом? Слушай, ты же не... Шприц с героином его нашла, в конце концов. Оля сказала, что она с ним не курила. Я ей верю. В мои 17 у меня всегда будет с собой косяк и пачка гандона. А у меня нет. Поэтому я буду залезать туда, куда не нужно, и буду защищать нашу дочь. Хорошо. Но я считаю, что тебе нужно извиниться. Перед Лешей и перед Олей. Нет. Это же для детей. Мне сказали, девочкам такое нравится. Я вообще-то уже не девочка. Не нравится, не вешай. Нравится. Спасибо. Что читаешь? Я про какого-то мистера Хайда. Интересно? Ну так. Там про доктора, в котором типа живут 2 человека. Один нормальный, другой убийца. И вот он всех мочит, получает удовольствие, а потом мучается. Чем все закончилось? Я не дочитала. Походу, убийца в нем победит. Это и так понятно. Убийца всегда сильнее. Что тут писать? Ну, я считаю, что добро может победить зло в человеке, если он того хочет. Просто доктор не хотел, не старался. Где деньги? Поселок Северный. Дом 5. Сколько там человек? Человек 10. Куда потом отправляют деньги? Камни. Какие камни? Покупают бриллианты. Отправляют в Албанию. Человек в себе провозит. Албанцы потом нам новую партию. Когда переправляют в следующий раз? В субботу. Они тебя порежут, когда найдут. Спасибо, что предупредил. Стой!
Надь, ты чего? Да, сережку потеряла, которую ты подарил. Сережку? А, сережку. Где потерялась? Да я не знаю, все обыскал уже. Не расстраивайся, найдем. А если не найдем? Найдем, ты что, я обещаю. Миш, прости меня, пожалуйста. За что? Эй, ну. Надь. Не надо было мне в эти карманы его лезть. Ну. У меня не было родителей. Да, я никогда никого домой не водила. Я никогда никого не знакомила с родителями. Да вообще всем было плевать, кто я, где я, с кем я там встречаюсь. Я вообще не знаю, что это такое, быть хорошей матерью. Я не знаю, я никогда этого не видела. Эй, ты, девчонка, ты чего? Ты самая лучшая на свете мама. Самая лучшая, слышишь? Ну, хочешь, я теперь буду проверять карманы у всех, кто приходит к нам домой? Хочешь? Да нет, конечно, не хочу. Ну, все. Поищешь Сережку, да? Поищу. Везет им. Они такие умные. Все знают. Они когда вырастут, у них точно все хорошо будет. Ум — это не самое главное в жизни. А что главное? Воля. Делать выбор. И следовать ему вопреки всему. Ну, не знаю. Теперь знаешь. Может быть, даже больше, чем они. Тебе. Что это? Подарок. Ух ты. Нож. Им можно оленя разделать. Спасибо. Не понравился? Понравился. Красивый нож. А можно мне плеер? Можно. Правда, купишь? Да, куплю. Лев, а у тебя есть дети? Дочка. Ей 10 лет. А где она? Не знаю, я ее никогда не видел. Почему? Когда она родилась, я был далеко. Когда я вернулся, было уже поздно. А сейчас? Сейчас мне это не нужно. Но я хочу семью. Мужа, детей. Чтоб мы вот так с ними сидели, ели мороженое, смотрели умные передачи. И все у нас было хорошо.
Просыпайся. Зачем? Гулять поедем. Я спать хочу. Вставай, у тебя 3 минуты. Возьми свой новый нож. Нож? Да. Жду тебя в машине. Большая уже. Маленьких не было. Как ее зовут? Собака. И куда мы едем? Гулять с собакой. Сейчас докурю, открою клетку. Беги. Зачем? Спущу ее на тебя. Не надо. Я быстро курю. Береги горло, можешь залезть на дерево, если успеешь. Нож взяла. Пожалуйста, не открывай. Беги, я сказал! Взять!
Я ее убила. Молодец. Иначе она убила бы тебя. Собаку жал. Тебе понравилось убивать? Да. Было страшно. Вытри кровь. Машину испачкаешь. Привет. Да, все в порядке. Вылетаем скоро. Только холодно ужасно. Сережку нашел, отлично. Спасибо. Ага. А Оля как? Нет, нет, все в порядке, правда. Ну, просто устала немного, не выспалась. Ладно, милый, увидимся дома. Целую. Долго еще сидеть? Мы гуляем. Фигаем, гуляем. У нас большая организация. Ну, организация, в которую ты меня взял. Нет никакой организации. Ну, в смысле, мы что, вдвоем работаем? Не твое дело. Ну, кто твой начальник? У меня нет начальника. У всех есть начальник. А у тебя кто? Лучше тебе его не знать. Спалился. Значит, есть организация. А у нас будут дела за границей? У нас много дел дома. Жалко. Как называется организация? Придумай сама. Может, Эсперанса? Это надежда на испанском. Синдикат убийц имени Надежды. Ты научишь меня стрелять? Ну, как своих негров учил. Это плеер? Хотел научиться стрелять. Здесь? Да. Спасибо. Оль, хватит в телефон пялиться. Оль, да слышу, что тебе мама сказала. Бери телефон. Хорошо, пап. Итак, ну я считаю, что как-то надо поговорить уже по-человечески, да? О том, что случилось.
мама выяснила, что Леша курит марихуану. Это плохо. Я понимаю, что, возможно, ты про это ничего не знала. И надеюсь на это. Запретить общаться с Лешей мы тебе не можем, но мы не можем Лешу запретить курить. Он не курит. Да, все, помолчи сейчас, ладно? Послушай меня. Я говорю о том, что как бы, с нашей стороны да, было бы неправильно запретить тебе общаться с ним. Да, Наденька? Ну, вот. Да, да. Ну, вот. Но я считаю, что Леше просто не нужно сюда больше к нам приходить. Папа, это нечестно, это не его куртка. Не его куртка, да, не его джинсы, и не его рубашка. Ну, и трусы тоже не его. Я не знаю, какие у него трусы. И лучше тебе не знать. Если не курю, не собираюсь. С Лешей общаться я буду. А за тебя, мама, мне стыдно. Я признаю, что поступила неправильно. Мне пофиг, что ты там признаешь. Ну, Оля, в конце концов, хватит уже, а? Этот Паша Савюгу звонил. Я его пригласил в гости. И Любку твою тоже. А Любу зачем? Да, хочу их уже давно свести. Бред какой-то, Миш. А что бред? Любка твоя подруга, Паша мой друг. Его бросили недавно, он страдает. А человек не должен страдать. Даже Паша Савенко. И Любка твоя, кстати, тоже. А меня спросить? Так, у тебя просто не было. Позвал. Как подруга? Почему ты не сказала, что Миша позвал тебя? Ой, забыла. Закрутилась. Позвони и скажи, что не приедешь. Приеду. По легенде же я твоя подруга. Специально вечер освободила. Всех убила вчера. Не приходи, я сказала. Миша обещал меня со своим другом познакомить. А вдруг какая-нибудь искорка пробежит между нами? Надь, ты не представляешь, что такое одиночество зимними вечерами.
Ну, это надо папе показать. Папа! Триста. Папа говорит 300. А Надя говорит 500. Папа говорит, что ты эти камни не продашь. Мне они слишком тяжело достались. Самые тяжелые камни в почках. Можете мне поверить? 300. Или уходи. Оставь. Четыреста пятьдесят. О паспортах можешь не беспокоиться. Когда? 10 дней. 5. Вот хорошо, что я жениться не успел. Она мою двушку в хамовниках стопудово от жалобы. Я тебе говорю, что ей только твоя хата нужна. Не знаю, мне Вика твоя казалась очень даже красивой. Паш, так ты жадный, что ли? Пожалел двушку для любимой красивой? Пожалел! Это бабушкина квартира. Я там вырос. А давайте выпьем за бабушек и дедушек, которые нам московские квартиры свои в центре оставили. Московских окон негасимый свет. Mm-hmm. А нам ли мечется, за что выпить? А за нас, за москвичей. Люба, а тебе летать не страшно? Нет, конечно. Я ж стюардесса. Слушай, Парк, может, водочки? Миш, ну какая водочка? Хочу водки. О! Коллектив требует, Наденька. Чуть-чуть. Ну ладно, Надь, хватит тебе командовать. Такая строгая у нас ты старшая бортпроводница. Ее весь летный состав боится. Даже грузчик. Я водку не буду. Надя сказала, не надо, значит, не надо. Где бы мне такую строгую найти? Паша, я здесь. Миш. Да. О, блудная дочь. Боже мой, как ты выросла, Оля! Здрасте, тетя Люба. Какая красивая. Реснички, глазки, волосы. Пахнешь, как цветочек. Тетя Люба, волосы, как волосы. Надо многое задали? Ничего не задали, успокойтесь, мамаш. Ничего не задали. Ничего не задали, ну, можно выпить. Я не пью, не курю. Тогда держи подарок за трезвость тебе, вот. Ничего себе. 512 гигабайт. Фигня вся эта. Ты, главное, тетя Любе почаще пиши и фотки шли. Я пойду открою? Да. Я к тебе еще зайду, посекретничаем. Выпила. Пожрала. Вали отсюда. Ты что? Я еще с Олечкой не посекретничала. Понять не могу, почему тебе Лев разрешил иметь семью? Тебе можно, мне нельзя. Потому что ты психопатка. Я нормальная и здоровая. Ты одноклассников своих крысиным ядом отравила и в психушке лежала. Потому что они смеялись надо мной. Я нормальная. Когда тебя на задание грохнут, я буду с Мишей. Олечку воспитаю. Девчонки, чего тут зависли-то? Все, Пашку осуждайте. Как он тебе? Я когда выпью, мне все нравятся. Миш, особенно ты. Знаешь, Паше ты очень понравился. Даже двушку готов отдать? Ну, не знаю, пойдем спросим. Пойдем, пойдем, все, хватит, бросай гадость. Короче, я искусственный интеллект внедрил. Он теперь будет мониторить все социальные связи. Ничего не поняла. Попроще можно для особо талантливых? Вот училась ты в институте? Я не училась. Ну, неважно. Надя училась, Миша, я учился. Мое приложение
всех однокурсников найдет и выяснит, чем они сегодня могут быть тебе полезны. Надь, вот ты с кем в институте дружила? Да ни с кем особо я не дружила. Со мной она дружила. Да с тобой все ясно. Надь, вот ты, может, не помнишь, а твой однокурсник сегодня министр или бизнесмен. Мое приложение его вычислит и на блюдечке ей подаст. Угу. А это связи, блат. Надь, давай тебя проверим. У меня, правда, бетка пока стоит. Мишку вон, давай проверим. Мишу проверяй. Да что Мишу, с Мишей все ясно, он из консерватории. Ну что это со мной ясно все? Почему, собственно? Чё, ну чем ты можешь нам помочь? Чем? Билеты могу помочь на концерт достать. Билеты мы и сами можем достать, да? Давай, Надя. Так, давайте лучше потанцуем, а? Ну хватит, правда, Паш, со своим приложением заканчиваю уже. Чего? Ну чего не, правда, давайте проверим, давайте, потом потанцуем. Давай. Может, действительно там министр какой-нибудь. Давай, вбивай, значит, Рудагина, Надежда Павловна, РГГУ. Рудагина. РГГУ? РГГУ. Угу. Так, а десерт кто-нибудь хочет? Я хочу десерт. А, может, ты будешь десерт? Что-то не находит. Была база РГГУ, я точно помню. Надь, ты точно там училась? Где она училась? Я ее 3 года после пар встречал. Да училась я, училась. Паш, ну давай после проверим, когда ты доработаешь вот эту свою штуку. Это какая-то ошибка. Я на друзьях проверял, все работало. Тебе что, диплом, что ли, показать? Не надо. У меня презентация на следующей неделе, а тут такой баг. Ну ладно, Паш, не расстраивайся. Ну, иди, я тебя утешу. Бак. Бак! Можно к тебе? Как телефон? Нравится? Классный. Камера просто бомба. А с Любой о чем говорили? О тебе. Расскажешь? Люба сказала, что если бы у нее была дочь, то она Лешу вообще в полицию сдала. И что ты хорошая мать. А ты сама что думаешь? Не знаю. Может, Люба и права. Только не надо меня так сильно защищать, хорошо, мам? Да. Хорошо. Я постараюсь. Я иногда представляю, как ты без папы и мамы маленькая осталась. И мне тебя так жалко становится. Ты не сиди в телефоне долго, хорошо? Я ее вела. Потом она оторвалась от меня в Сокольниках. В подвал ушла. И я за ней. Там теплотрасса и коридоров штук 10. Сигнал не пробивает, даже если камеры ставить. Хитрая сука. Дома у нее что было? Скукота. Муж у нее такой зануда. Хотел меня под его друга подложить. Дебила. А жрачка вкусная.
Узнай, куда она ходит. Блин, мне по этим подвалам неделю ходить проверять. Ты ее подозреваешь? А давай я ее просто грохну. Следи, я сказал. Ко мне поедем? Нет. Могу идти? Свободно. Я не могу. У меня руки дрожат. Все равно будешь в упор стрелять. Как упор? Подойдешь поближе, и все. Стреляй в башку. А если меня увидят? Тебя не должны увидеть. Поняла? Поняла. Вон того. Убей его. Кто он? Не знаю. В смысле? Просто человек, который ты должна убить. Это самый легкий способ проверить тебя в деле. Иди. Привет. Ты что-то хотела? У тебя все хорошо? Нет. Помощь нужна? Нет. Я Миша. Я Надя. Ты красивая. Спасибо. У нас тут база недалеко. Я музыкант, на гитаре играю. Хочешь, приходи к нам, у нас репетиция. Я не могу. Жаль. Ну, приходи, когда сможешь. Хорошо. Пока, Надя. Людей, которые ни в чем не виноваты. Если бы ты решила его убить, я бы тебя сам убил. Я тебя ненавижу. Вставай. Вставай, пьянь. Делами заниматься нужно. Муза покинула меня. Я забрала водку. Надька, зачем ты дала мне водку? Сам ты напился, как свинья. Я свинья. На, пей. Полегчает. Спасительница. Бери эту гадость. Иди в душ, я в магазин поехала. О. Ого!
аппарата. Спишь, что ли? Сплю. Я всю ночь не спал. Все проверил еще раз, это не баг. Думай, что хочешь, но Надя в РГГУ не училась. Училась? Не училась. Слушай, у меня диплом есть. В базе данных диплома нет. Есть? Нет, я все проверил. Слушай, что ты проверил? Ты бухой был. Был, но диплома нет. Слушай, ну ты мне доставил, честное слово. Можешь сам поехать в институт и проверить. Да, да, и поеду, и проверю. Докажу, что приложение твое говно. Иди нахрен. Заберите это. Ваша жена не заканчивала наш институт. Подождите, как же диплом? Это не настоящий диплом. Как это? Ну вот так. Подделка. Я даже в базе проверила. Ваша жена здесь не училась. Вы сюда вошли? Дверь была открыта. Наверное, уборщица забыла закрыть. Да, наверное. Вы же не записывались ко мне? Нет. У меня есть немного времени. Я вас слушаю. У меня был нервный срыв. Что с вами случилось? Галлюцинация. Я увидела собаку. Какую собаку? Много лет назад на меня напала собака, и я убила ее. Я зарезала ее ножом. Вы сейчас испугались, когда увидели собаку? Нет, я потеряла сознание в магазине. Поэтому я пришла сюда. У меня сложный период сейчас в жизни. Какой? С
Сколько вам было лет, когда вы убили ту собаку? 18. Что еще важного случилось с вами в 18 лет, вы помните? Я тогда прочитала книгу «Доктор Джекилл и мистер Хайд». Я часто чувствую себя тем самым доктором. Во мне как будто живут две личности. В каждом человеке существуют две крайности. Инстинктивная, жестокая и разумная, добрая. Вы просто защищались от собаки, вы были в опасности. Мне понравилось убивать. Но вы же не продолжили убивать после этого? Нет. У меня был сосед. Он много шумел. Кричал по ночам, включал громкую музыку. Я ненавидела его и хотела убить. Я очень часто представляла себе, как расправляюсь с ним. Я выкидывала его из окна, душила, била. Больше всего мне нравилось сжигать его на костре. Это так красиво. Но мне не нравилась ненависть и жестокость, которые жили во мне. И вот я лежала в своей кровати, слушала его крики. Потом встала, пошла на кухню, приготовила сырники вкусные. Пошла к соседу, накормила его этими сырниками. Мы как-то пообщались. И что, он перестал шуметь? Да нет, конечно. Я перестала его убивать. Мой мистер Хайд исчез. В следующий раз, когда вам кого-нибудь захочется убить, просто постарайтесь быть доброй. Надь, а какая тема твоего диплома? Какого диплома? Ну, вот этого, в институте, который. Тема. Какая? Я не помню. И не вспомнишь, потому что я его не писала, и ты там не училась. Я в институте был, ты там не училась. А зачем ты туда ходил? Тебя проверить. Проверил? А ты диплом-то где взяла? Купила. На Кузнецком мосту в переходе. А врала-то зачем? Не понимаю просто. А что ты не понимаешь? Что-то непонятного, Миша. Я когда твоих родителей увидела, папу профессора и маму доцента, а тут я девочка из ниоткуда, без образования. Да, я соврала, да. А потом дальше пришлось врать. Я тебя 3 года из института встречал. А я туда специально заранее приезжал. Это когда в рейс уходишь, тоже мне врешь? Нет, конечно, нет. Знаете, ты 3 года изображала из себя студентку. 3 года! У тебя какие-то там все время тетради лежали на столе, учебники. Блять, мы экзамены твои отмечали. Этот долбанный диплом обмывали. Дай мне воды, пожалуйста. Миш, салфетку дай, пожалуйста. Черт, что так, Надь, елки-палки.
Голову запрокинь! Запрокинь голову! Ну, черт возьми. Все в порядке, все в порядке. Ну, запрокинь, ты говоришь. Ну, прости меня, пожалуйста. Я, в конце концов. Главное, не нервничай только, ладно? Ну, хочешь, я поступлю в этот долбанный институт и закончу его с отличием? Ну, уж не надо. Запрокинь. Да. Надо Пашке сказать, что приложение-то работает. Черт, черт, испачкала. Ну, ничего, ничего, ничего. Какая я дура. Какая дура. Дура, конечно. Полная. Прости. Мои родители тебя, знаешь, хоть с дипломом, хоть без, все равно не любят. Прости, я тебя люблю. Тебя так. Я тебя тоже. Он дома. Готов. Жди. Отбой. Ждем еще одну цель. Сколько ждать? Не знаю. Тебе чего? Это ко мне. Две секунды. Проходи, садись. Привет. Классно играешь. Спасибо. Как группа называется? Иси-диси. Такая уже есть. Блин, жалко. Слушай, мы же договаривались своих девчонок на базу не водить. А я не его девчонка. Мне можно. Слышал, Федь? Ей можно. А, ну понятно. С ним женщина. Это вторая цель. Дождя нет. Зря боялась. Люблю ночью гулять. Что еще любишь? Музыку. Тебя. Как-то все быстро, нет? Ну а что? Жизнь короткая. Надо все успеть. Не делай так больше никогда.
Не обещаю. Расскажи о себе. Не хочу. А что хочешь? Шоколад. Не вопрос. Какой шоколад будешь? Палатка закрыта. Пофигу. Ты больной? Я панк. Так. Угу. Я молочный больше люблю. Так. Пожалуйста. Так, это... Это им за стекло и шоколадку. Дорогая шоколадка вышла. Все, валим. А ты где живешь? Да нигде. Я из дома ушла. Круто. Я тоже из дома уходил. С голодом я еще могу справиться, а вот с грязным бельем не могу. Вернулся домой, чтоб мама постирала. Тогда ты никакой не панк. Панки грязные ходят. Может, я чистый панк. Погнали. Стоп! Стоять! Быстрее! Беги, я задержу! Стоп! Ух, блин! Стоять! Затвор заклинило. Заклинило, клянусь. Ты проверяла винтовку? Да. Плохо проверяла! Бабу беременную пожалела. Доброй хочешь быть? Заклинило. В жопу эту бабу беременную. Ты меня знаешь, если хочешь, я всех убью. Поздно. Мы их уже не достанем. Надя, что ты от меня скрываешь? Ничего. Еще раз сорвешь задание, я Мише руки переломаю. А твоей Оле ножки. Когда у тебя были проблемы, ты приходила ко мне, мы с тобой говорили. Я хочу с тобой разговаривать. Хочешь пить, пей и проваливай. Вот такая ты мне нравишься. Узнаю свою Надю. Я не твоя Надя. Моя. Помоги. Звонок есть. Они его били, слышишь, Лев? Двое на одного, а потом в наручники и увезли. Я рад, что ты вернулся. При чем тут это? Ты меня вообще слушаешь? Кто он такой? Друг. Друг? Да, познакомились. Помоги ему. Ты меня из тюрьмы смог вытащить, его точно сможешь. Я не хочу, он мне не друг. Хорошо, тогда дай мне оружие, я сама все сделаю. Ты хочешь расстрелять все отделение? Да. Ну нет, ну я их просто напугаю, и они его выпустят. Его не отпустят, а тебя убьют. Ну я не знаю, что делать, но он музыкант, ему нельзя в тюрьму. Слушай, а может быть дымовую шашку им кинуть? Ну они испугаются, выбегут на улицу, а там я им помогу. У меня нет дымовой шашки, а тебе нужно включить свой маленький мозг и выключить свои большие эмоции.
И тогда ты сможешь помочь своему новому другу. Придумала? Ага. Если они мне не поверят. Нужна кровь. Что? Когда человек видит кровь, он перестает соображать и становится внушаемым. Даже если этот человек мент. Помогите, пожалуйста. Черт. Миша, Миша, пустите! Помогите, пожалуйста! Да подожди, куда ты лезешь? Что такое? Что за шум? Кто это? Вот невеста задержанного из парка. Откуда кровь? Не знают ни мы. Я к вам бежала, упала и вот. Ну что встал? Неси аптечку, видишь, беременная ранена. Садись. Пустите его, пожалуйста. Ну, он правда ни в чем не виноват. Я его шоколадку попросила, а он стекло разбил. Он правда не вор, он даже деньги оставил. Сядь. Мы вот с ним ребеночка ждем. Не волнуйся так, тебе сейчас нельзя. Больно. Пустите его, пожалуйста, Петь. Не могу я. Я уже протокол составил. Тогда арестуйте меня за нападение на милиционера. Ты что творишь? Арестуйте меня, я Петю в зоне рожу. Шнурки забыл. Пошли уже. Не делай так больше никогда. Не обещаю. Пойдем, я сейчас подушку рожу. Привет, мой. Привет. Спасибо. Я же в Мишке не играю. Да, я знаю. Просто сидел такой одинокий на полке. Мне стало его жаль. И забрала его к тебе. С тобой все в порядке? Да. А папа где? На репетиции. Сказал, сегодня не приедет. Почему? Не знаю, позвони. А ты чем занимаешься? Алгебру решить не могу. Дай я посмотрю. Давай, давай. Ну, смотри, ты здесь х минус 9 за скобки вынесла, да? А надо в скобках и в квадрате. Вот смотри, у нас получается х минус 9 в квадрате больше 4. Угу. И здесь х больше 11, а тут меньше 7. Все. Ты такая умная. Ты тоже умная, просто повнимательнее будь. У тебя точно все в порядке? Да? Ладно, к папе поеду. Привет.
Привет. Привет. Привет. Классно. Отвлеку, ладно, Мишку, можно на минутку? Проходи, Надь, мы пойдем пожрем. Выглядишь, кстати, шикарно. Спасибо. Ты тоже классно выглядишь. Рад тебя видеть. Привет. Слушай, Мишка какой-то вялый, ты повлияй на него. Угу, попробую. Вдохнови его. Оль сказал, ты домой не придешь сегодня. Да, надо новую программу обкатать. Я подумала, что из-за меня. Не злишься на меня? Нет. Просто я бы не смог так годами притворяться ради тебя. Мишка, давай уедем. Куда? Далеко. Насовсем. Бросим все и уедем. А зачем нам все бросать? Чтобы сначала все начать. В Аргентину давай уедем. Еще в Аргентину? Там хорошо. Там океан. Домик купим. Собаку заведем. Ну, тогда уж и кошку. Я без кошки не поеду. Хорошо. Только я серьезно. Да я тоже. А что, мы молодые еще. Привыкнем быстро. Работу там найдем. Ольку в школу пойдет. В аргентинскую. Давай сначала в Турцию поедем, ладно? Отдохнешь там. Потом решим вопрос с эмиграцией в Аргентину. Хочешь, я тебе из нового альбома сыграю? Сказал, что женщина будет беременной. Какая разница? Мне нужно знать подробности операции. Это беременная женщина и ее муж торгуют оружиями. Надо было убить их обоих. Все подробности! А теперь оружие в чужих руках. А нам их не достать! Еще подробности! На, глянь. Только сделай здесь все нормально. Склады? Склады. Нужны китайцы для оксикодона. Искусственный грейп. Я знаю, что это такое. Будем сотрудничать с китайцами, иначе они пройдут нам. Нас перетрут порошок и даже не заметят. Китайцы выбрали нас, оказали нам честь. И мы сделаем все, чтобы оправдать их доверие. А оксикодон через нас транзитом пойдет в Европу.
Они придут сюда, а потом избавятся от нас. Неужели ты этого не понимаешь? Чикидайский. Си-си. Это спасибо по-китайски. Майку снимай. Грязная. Не могу, это моя любимая майка. Они шедевры творят. Мишка, снимай, пожалуйста. Грязная, правда, я стирать буду. Ну, хорошо. Хочу пирог сделать, ваш любимый, с Олей. Хорошо. Ну, только Оля не будет сегодня. Что значит не будет? Я ее отпустил к Мане. Как это ты ее отпустил? То и значит, что у меня родители уехали, у них там что-то вроде как девчачник. Девичник. Девичник. То есть девчонки одни? Угу. И ты поверил? А мне кажется, там Леша этот будет. Ну, если Оля сказала, что Леша не будет, ничего не будет. Я верю. А я не верю. А знаешь почему? Почему? Он же сама столько лет обманывала со своим институтом, что теперь просто другим не веришь. Хватит пялиться. Дай еще посмотреть. Ну, только чуть-чуть. Что ты никогда не видел? Такое нет. Какое такое? В тебе есть что-то невероятное, чего я пока не могу понять. Вот и смотрю. Наверное, всем это говоришь? Не, ну почему? Машке я так не говорил. Ленке тоже не говорил. А, была Вика, но только она мне такое говорила. Все, хватит! Я же поэт. Я вижу и чувствую глушь. И в тебе есть что-то такое, чего нет у других. Мне это так нравится. Тебе тоже кое-что есть, что мне очень нравится. Опять эти здесь. Завидуйте молча. А ничего, если мы здесь порепетируем? Учаться надо. Пиво-то взяли? Нет. Ты взял? Нет.
Ну и как мы будем репетировать? Давайте я схожу. Повезло тебе, Мишка. Папки гоните. Все, я быстро. Тебя не было несколько дней. Ты сам не разрешил погулять? Потому что ты знаешь, где я? Ты еще с ним? Да. Ну, хороший, он мне нравится. А ты что, против? Только предохраняйся. Если залетишь, я тебе сам аборт сделаю. Ой-ой-ой, как страшно, папочка. Я тебе не друг и не папочка. А кто? Хозяин, ты должна была позвонить. Я забыла. Трахалась и про меня забыла? Да, трахалась и про тебя забыла, извини. Что ты ему сказала? Что переехала в Москву, поступила в институт, снимаю комнату. И что, он тебе поверил? Да, поверил. Он меня даже из института встречает. Куда мы идем? Учиться. Лучше. Прости, что ударил тебя. Не в первый раз. Я сам должен был проверить винтовку. Почему ты мне не доверяешь? Я когда-нибудь тебе давала повод? Нет. Тогда что происходит? Хотел уйти. После всего, что я сделал для тебя. Я просто устала. Я могу совершить ошибку, и тогда меня пристрелят. Ничего с тобой не случится. Ты самая лучшая. Скоро все изменится. Что все? Тебе нужно верить мне. Всегда и во все. Тебе тоже. Пора ехать. Ну что, Татьяна Михайловна, все плохо? Ну, Олег Викторович, есть небольшие ишемические изменения. Для начала мне нужно ваши старые кардиограммы сравнить с новой, и тогда решим, плохо это или хорошо. А пока покой. Отдыхайте. Что-то я вас раньше не видел.
Я недавно в клинике работаю. Да? Ну, буду знать и чаще болеть. О, болеть почаще точно не нужно. Давайте я вас послушаю. Ты меня лучше потрогай. Потрогаю, Олег Викторович. Обязательно потрогаю. Везде, где вам хочется. Так это прекрасно. Я весь в ваших руках. Давайте горлышко посмотрим. Ну-ка, заткнись. Иначе твоя жена будет твои мозги соскребать, понял? Слушай доктора внимательно. Завтра утром пойдешь в свой офис. Там тебя будут ждать твои новые компаньоны. Продашь им все свои склады и земли за те деньги, которые они предлагают. И будешь дальше жить и радоваться. Если сделаешь что-то не так, я тебя пристрелю, отрежу твой член и засуну в твою милую жену, понял? Вот ваш кофе, доктор. Спасибо. Спасибо большое. Весь день на ногах. Ай, какой вкусный кофе. И водички, пожалуйста, принесите Олегу Викторовичу. Таблетки запейте. Да ладно, принеси. Да, сейчас. Сделаешь все так, как я тебе сказала. Понял? Конечно, сделаю. А пока выпьешь вот две таблетки и будешь спать, как младенец. Вот. Спасибо. Вот дадите нашему больному две таблетки. Хорошо? А мне пора идти. Значит так, сравню ваши кардиограммы, старые и новые, и все завтра расскажу. Хорошо? А вы не болейте, пожалуйста. Иначе мне придется опять к вам прийти. Ты долго ковыряться будешь? У тебя было 3 минуты. Не знаю, не заводится. Я устала, это 5-я машина. Давай быстрее, пока менты не появились. Покажешь им свою корочку? У меня нет никакой корочки. Что уставилось? Капот открывай и выключай. Теперь сосредоточься и заведи эту сраную машину, как я тебя учил. Ты чего? Это хозяин машины. Да, ты его машину угоняешь. Иди разберись с ним. Я не могу. Ты тварь, ты что делал в моей машине? Да я, сука! Выключи фонарь. Ну, скоро вызовем. А нам с тобой ментов. Садись. Заводи. Молодец. Видишь, как быстро завела. Несложно. Куда едем? Прямо. Теперь займемся грузовиками. Ты серьезно? Да, Надя. После нашей прошлой встречи мне действительно стало лучше. Я рада, что помогла вам. Ваш трюк с ружьем работает. Я здесь действительно чувствую себя в безопасности. Оставайтесь. Туалет направо по коридору. За домом есть прекрасное кафе с пончиками. Не могу. Скажите, Миша вас бьет? Что? Нет. Нет. Нет, конечно, нет. Жертва всегда хочет спрятаться. Вы сейчас прячетесь. Откуда у вас эти синяки? Ударилась? Ложь. Это не Миша. Кто это сделал?
другой мужчина. Почему вы позволяете ему это делать? Он опасный человек. Почему вы до сих пор с ним встречаетесь? Потому что я боюсь его. И он меня не отпускает. Надежда, вы зарезали собаку. Вы злая и жестокая. Вот сейчас воспользуйтесь этим. Отрежьте ему яйца и оставьте себе в качестве трофея. В прошлую нашу встречу вы говорили про доброту. Когда нас насилуют, не нужно быть доброй. Я решила уехать с мужем и с дочерью. Сбежать? Да. Вы всю жизнь будете бежать и прятаться, как жертва. Нет. У меня просто нет выбора. Это слова человека, который его уже сделал. Веселитесь? А что за голоса мужские? Нет, ничего не проверяю. Ну, хорошо. Понятно, телевизор. Ну, ладно, завтра заберу тебя. Давай, целую. Прикинь. Предки хотят из меня врача сделать. Гинеколога? Проктолога. Буду таким кретином, как ты, в жопу лазить. Ух ты, я бы сходил на приемчик. А я не пойду учиться. А сейчас это не нужно. Путешествовать буду. И дело стремится большие бабки. Поедешь со мной, Оля? Поеду. Ну, тогда поехали. Ну, стянись. Не, не буду. Дай мне. Интересно, косяк, который твоя мама нашла, они скурили? Дебил. Ну, тетя Надя дает. Скоро уже будете к гинекологу ходить. Ясность твою проверять. Ну и будем. Потому что моей маме не все равно. Пойдем. Чего не надо? Ты же сама хотела. Хотела, но не сейчас. Ну, конечно, не сейчас. Дай мне пару минут. Там кто-то есть. Thank you.
Лёш! Кто это? Лёш, помоги! Пожалуйста, не трогайте меня. Я ничего не брала. Пустите меня. Видишь, везут. Ну, образование. Здравствуйте. Прям отчетливо, ну, видно же отчетливое пятно. Ну, это, конечно, по-любому удалять надо. Здравствуйте. Давай, оформляй его на операцию и все. Здрасте. Здрасте, мне гипс нужен. Гипс? И что у нас случилось? Случилась беда. У меня завтра экзамен, я не готова. Не сдам, меня отчислят. Отец по-любому мне руку сломает. В общем, вам в любом случае придется мне накладывать гипс. Так что вот. Надя. Я так волновался. Куда ты пропала? Что с рукой? Миш, прости, пожалуйста. Меня машина сбила. Как? Где? Там, на перекрестке. Ты в порядке? Да, просто перелом. Они меня в больницу забрали, не хотели отпускать, думали, у меня сотрясение мозга. Чё-то я так устала. Может, правда, сотрясение. Пиво вам не купила. Ребята решили, что ты нас кинула. Там было слишком мало денег. Вот я и вернулась. Я тебя тоже люблю. Надеюсь, ты в сырном раю. Завидую тебе.
А ты чего не спишь? Не хочу. Эй, когда ты была маленькая, ты вообще не могла одна засыпать. И мы с папой по очереди с тобой лежали. А потом папа купил тебе такого огромного белого медведя, и ты стал сама засыпать. Помнишь? Медведя помню. Давай, выкладывай, что случилось. С Маней поссорились. Почему-то мне кажется, что дело не в этом. Я тебя обманула. У Мани только девочки были. Леша тоже был? Да. С ним поссорились? Между нами все кончено. Он придурок и трус. Только ты это сразу разглядела, а я не смогла. Когда я была как ты, мне очень хотелось понравиться одному мальчику. Я пришла на вечеринку, выпила там вина для храбрости и совершила огромную ошибку. Залетела? Нет. Когда-нибудь я тебе все-все расскажу. И теперь точно не засну. Буду думать, что ты там натворила. Ладно, спи, милая. Тебе нравился? Как мужчина? Да. Нравился. Когда я была в тюрьме, он мне снился. Что тебе снилось? Сижу я в камере. И заходит лев, голый. И дает мне пистолет. Сейчас он тебе снится? Нет. Сейчас у меня Миша. Миша добрый, а лев злой. А ты какая? И добрый, и злой. Значит, тебе нужен и Миша, и лев. Я не собираюсь спать со львом. Никогда. У нас с ним хорошие отношения. Мы типа друзья. Значит, ты готова к заданию? Тогда, как лев скажет, так я и сделаю. Молодец, девочка. Вы давно знаете льва? Давно. А что ты хочешь знать? Почему он не хочет видеться со своей дочерью? Он не любит детей. И взрослых тоже. Сушку бери. Он никого не любит. Китайцы будут довольны. Надо только убрать здесь все говно. Сделать перекрытие и
промышленную вентиляцию в лабораторию. Сделаем. Да, и когда привезут товар, надо усилить охрану. Сделаешь? Я не охранник. Охранник, Лёва, охранник. Ещё кладовщик. Надо будет. Грузчиком будешь. Что ж, поздравляю. Выходим на межгалактический уровень. Только я вот чувствую себя немного обделенным. Но это ведь я свел вас с китайцами. Ты свое уже получил. Я же не знал, что будут такие объемы. Наклонись. А? Наши объемы. Не твое дело. Тина, ну я же ведь выучил китайский. Ездил в Китай, этот гребаный. Ну, кланялся и там через каждые 5 минут. Да, я ведь вам все принес на блюдечке. Ну что вам, жалко какие-нибудь 5%? 5%? Нет, не жалко. Лёва, выдай ему табельное оружие. Зачем? Пойдешь со львом и добьешь оставшихся конкурентов. Я не умею стрелять. Тогда пошел нахер. Пошел нахер. Китайский выучил. Ты у меня на фарси заговоришь, падла! Китайский выучил. Жадные люди, Лёва. Китайцам никогда нельзя верить. В отличие от нас, они ничем не рискуют. Они рискуют большими деньгами. Ты с ума сошел из-за этих денег. Лёва, нам больше не нужно будет убивать, чтобы зарабатывать деньги. Мир стал теплее к нам. И что будут делать наши девочки? Девочки будут охранять склад. Здравствуйте. Позовите Олю, пожалуйста. Кого позвать? Олю. Вашу дочь. Мою дочь я тебе не позову. Мне надо с ней поговорить. Со мной поговори. Надежда Павловна, мы поссорились. Еще помиримся. Все будет круто. Вон пошел укурыш. Вы уже прогрессивная молодая женщина. Сейчас весь мир легализует каннабис. Я сам иногда принимаю, но только в профилактических целях. Против глаукомы. Потому что я в зоне риска. У меня бабушка болела. Я ослепла. Ты даже не представляешь, в какой ты сейчас зоне риска. Ослепнуть можешь прямо сейчас. Вон, пошел. Кто приходил? Леша приходил. Придурок. Ну, больше он сюда не придет. Хочешь не ходить в школу сегодня? Не ходить? Что с тобой? Подумала, может, по магазину походим. В кафешке посидим. Если ты насчет Лёши переживаешь, то я с ним разберусь. Ну, ладно. Вставай, одевайся. Зачем? За грибами поедем. Ты серьезно? Сапоги надень, там сыро. Они мне велики. Газеты запихаешь. Жду в машине у тебя 3 минуты. Да.
Дай сигаретку. Что это? Мы должны найти этого человека. Он пойдет в лес собирать грибы. Страсть у него такая. Грибы любит собирать. И кто он? Убийца. Это его другая страсть. Некоторые люди не хотят, чтобы он сидел, они хотят справедливости. Поэтому мы его найдем, и я его убью. А я что делать буду? Грибы собирать. Ты моя дочь. Мы гуляем по лесу. Наша дача в Михайлово. Соберем грибов, мама пожарит с лучком, как ты любишь. Я больше со сметаной люблю. Значит, мама пожарит со сметаной. Возьми в бардачке пистолет. Тебе, сучка рыжая. Давай покатаемся. Здрасте. Поздравляю вас. Лаура Гальярдо. Лаура? Да, Лаура, Николас и Камила Гальярдо. Семья, как ты просила. Я вообще не говорю по-испански. Ты, наверное, не понимаешь. Это настоящие паспорта. То есть брали реальных аргентинцев. А ты что хотела? Семью аргентинских Сидоровых? И что дальше? Дальше. Вы по своим старым паспортам летите в Турцию. Потом вы уже по этим паспортам летите в Мюнхен. В Мюнхене вас встретит наш родственник. С ним вы на машине поедете в Италию. И уже оттуда полетите в свою Аргентину. Там вас встретит Арон. Арон не наш родственник, но он вас поселит, все вам покажет. Я обо всем позаботился. А вы за все заплатили. Мне нужно оружие. Не нужно никакого оружия, хорошо? Не нужно. Все будет хорошо. Я обо всем позаботился. По этим паспортам вас никогда никто не найдет. Такси исчезает. Хорошего путешествия в новую жизнь, Лаура. Болят. Мы уже 5 часов ходим. Скоро привал. Перекусим и отдохнем. А если мы его не найдем? Снова приедем. Будем ходить, пока не встретим. Ты как робот. Пошли. Давно на тебе этот доктор работает, Яков Михайлович? А что? Да ничего, просто он озабочен, имею в виду. Ты гриб пропустил. Да пофиг, в лесу полно грибов. Возьми нож и срежь гриб. Раскомандовался.
вот бы посмотреть, кто тобой командует. Но никто не командует. Я знаю, что делать, и делаю это правильно, а ты не знаешь. То есть я все делаю неправильно? Тебе нужно делать то, что я тебе говорю, и это спасет тебе жизнь. Если я скажу съесть этот гриб, ты его съешь. Мне в туалет нужно. Хоть это я могу сделать без твоей команды? Разрешаю. Здравствуйте. Грибов нынче много. Да, много. А ты что так мало насобирала? А я плохо разбираюсь. Боюсь ядовитых взять. А ты не бойся. Смотри. Вот лисичка-сестричка. И здесь много. А вот подосиновик. А это опята, ребята. Ты в порядке? Что? Ты в порядке? Ты в аффекте. Когда человек видит смерть, в нем просыпается половой инстинкт. Пошли. Грибы не забудь. Пожарим со сметаной, как ты любишь. С крысами ползала в подвалах. За этой сукой твоей следила. Там внизу... Рассказывай. Она была в этом ателье. Ты проверил? Да. Ателье. Шьет одежду. Сколько она там была? 15 минут. Надька, ты что пришла? Отпраздновать. А что отпразднуем? Что мы с тобой молодые, здоровые, красивые, и у нас все прекрасно. Ну мы так сопьем, что молодые, здоровые, красивые. Открывай. Ну что, отпраздновали? Смерть собирать? Нет. Я хочу продолжение. Слушай, может, уже дома? Здесь сейчас. Где? Ух ты!
мужчина. Сюда не надо. Подождите там, я к вам выйду. Сядьте, не дергайте. Сядь, я сказал! Сижу, не дергаюсь. Сюда приходила женщина. Рыжая, зачем? Женщина рыжая, да, приходила. Ну, она платье у нас заказывала. У нас хорошее ателье. Давай продолжим с момента. Сюда приходила красивая женщина. Ешь. Не хочу. Даже не помню, как его убила. Хорошо убила, профессионально. Я очнулась, он уже мертвый. Сознание отключается, и работают только инстинкты. Тебе нужно взять их под контроль. Или они тебя убьют. Да пускай меня лучше убьют, я не хочу это все делать! Проси меня, и я тебя убью. Чтоб ты мне не портил аппетит. Мне идет? Жалко, шампанское закончилось. Да, жалко. Мне дали отпуск. Завтра летим в Турцию. Не понял. Что-то непонятно. Я купила билеты. Отель забронировала. Завтра все вместе летим в Турцию. Погоди, погоди, как завтра? А почему ты мне ничего не сказал? Сюрприз хотел сам. Я получил. Не, время, репетиции, музыку написать. Миш, ну репетиции можно отменить, музыку там можно писать. Ну, я ладно, Оля вообще-то в школу ходит. Оля отдохнет от школы. Да нет, ну так не делается. Ну, пожалуйста, бери Олю, Любу вот на мое место и езжайте. Ты поедешь. Ну, что происходит? Слушай, я устала. Я хочу отдохнуть с тобой. Сделай так, как я прошу, пожалуйста. Нет, я не поеду. Оль, стой, подожди. Не трогай меня, я тебе все сказала, отвали. Оль, послушай. Да, я обосрался от страха у Мани, я трус. Оль, я на измене был, обкурился. Прости, что я тебя не защитил. Это вообще очень странная история. Кто-то вломился, ничего не украл, только нас напугал. Тебя ударил. Тебя не успели. Сбежал обкуренный. Это твоя мать наняла кого-то, чтобы нас напугали. Ты больной? Что ты несешь, опять обкурился? Никто же не знал, что мы там. К Маньке с Димкой почему-то не пошли, хотя там было за что им ломить. Может, это вообще она сама была? Что? А что? Рост такой же. А почему она молчала? Да потому что мы бы сразу ее узнали.
Во-первых, это был мужик. Во-вторых, она бы меня никогда не ударила. Оль, твоя мать ударит кого угодно. Оля. Вы это мне? Ты же Оля. Оля? А вы кто? Я Лев. Любому твоей мамы.